когда стреляешь, что видишь? Ну, снег, мишени, деревья, флажки. А должен видеть только одну мишень. Свою цель. Что это за парень? Так хорошо катался только что. Отличный парень. Илюхина, Катя. С чем связано ваше провальное выступление на чемпионате? Без комментариев. К черту твои тренировки. Ваша команда все равно постоянно проигрывает. Мама хочет, чтобы я ушла из спорта. А сама ты чего хочешь? Я хочу стать чемпионкой. Что ты творишь? Я одна виновата, что у нас ничего не получается. Пап, мне не 5 лет. Я тоже в биатлоне кое-что понимаю. На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Ну и зачем нужно было так рисковать? Твое участие в завтрашней эстафете под вопросом, ясно? В наше время с такими результатами просто гнали из сборной. Я же вижу, что меня никто не верит уже. Это было провалом. Хоккей — это не для меня. Ты понимаешь, что она инвалид? А это не важно. Я хочу ее забрать. Давайте трезво посмотрим правде в глаза. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да? Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду. Пусть другие едут. Кто это может? Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. И это наша фаворитка? Одна из. Это невероятно! Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило. Слышь, вы даете себе максимум, на что ты способен, ты победишь. Что бы ни случилось, мы тобой гордимся. Давайте верить друг в друга. Вместе мы кого угодно победим. Медали будут? Так это не от нас зависит. От кого? От китайцев?